Мы снова с вами, и со мной стоит рядом Оксана Перова, и она расскажет, с какой продукцией она приехала на данную выставку. Мы приехали в первую очередь с пряниками, медом. Это наша основная продукция, потому что наш бренд – пасека Юньга. У нас реальная пасека, и у нас реальное производство на основе собственного меда. Вот так вот выглядят наши пряники. А самое главное, наш пряник не просто медовый, мы обливаем его натуральным шоколадом. Ух ты, здорово. Во мне даже аппетит немножко разыгрался. Оксана, расскажите, какие цели вы преследуете на данной выставке? Ну, так как мы делаем подарочную продукцию, мы хотим найти своих новых клиентов на корпоративные заказы, на новогоднюю коллекцию. Мы представляем новинку интересную в этом, новую. Производит вау-эффект, вот не принесла его сейчас. А еще хотели бы, конечно, найти... сейчас мы работаем с небольшими сетями, но попасть во что-то серьезное как бы нам пока не получается. Не удается. А из-за чего это происходит? Почему не получается попасть на прилавки крупных ритейл-сетей? Вот не знаю, мы вот уже не первый, в течение года обращаемся в компанию «Вкусвилл», потому что, мне кажется, мы соответствуем ее требованиям. Небольшая семейная компания, делаем только натуральную продукцию, только из натуральных. Но вот к нам приходит мне кажется, что вообще отписка. По шкале от 1 до 10 ваши пряники какую оценку заслуживают? Вы считаете, что я скажу меньше 10? Думаю, 15. Вам ясно? Приходите к нам и пробуйте данные пряники.